Большой всем телени привет, с вами на связи Аркадий Толкан. Эти ребята внезапно еще остались желающие, оказывается, повыбивать Какоми. Здравствуй, Мапл, давненько тебя не видел. Здравствуйте. Да, вот как-то рыбку все равно кто-то хочет так и съесть. Говори, Мапл, почему вдруг внезапно ты решил все-таки пооткрывать рыбочку? Я как бы коллекционер, я хочу ее просто коллекцию. Ну, плюс она внешне мне понравилась. Это красивая. Ну, все понятно. То есть мы просто для коллекции себе будем выбивать рыбку. Ну, в принципе, для чего мы в Геншин играем? Ну, для того, чтобы просто сидеть и получать удовольствие от красивых девочек все в отряде. Я все, в принципе. В принципе, это достаточно правильный посыл. Ну, ладно, давай тогда потихоньку с тобой открывать. А что у тебя там последнее выпадало вообще? Последнее. Я один. Неплохо. Неплохо. Так. Случайно. Ничего. Необычно по софт-гаранту падает, потому что она откуда-то бах, седьмой прутки она упала. Ну, бывает, как говорится, щедрости. А как мы, условно говоря... Когда выпадало последний раз? То есть у нас есть прокруты или мы... Прокруток 30, наверное, было лет примерно. Сейчас гляну. Ну, может, меньше, конечно. Даже не помню. 36. Ну, 40. 42 уже там примерно. Ну, понятно. Ну что ж, да, значит, суду, как минимум, кого-то мы выбьем. Вопрос только остается, кого. Будет ли это рыба нашей мечты? Или же что-то другое? 50. Надеюсь, что выберу. Но из обычных я очень надеюсь на цы, которая не упала спустя год почти. Ну, как бы, тут, конечно, большой вопрос, кто вообще по эффективности будет лучше, чтобы Беннет залетел каким-то образом. Я, пожалуйста, я в шоке. Ну, понятно, да. С6 не самое эффективное созвездие на господина Беннета. Это точно. Такой Бейдоу в фуловой прокачке. Жалко, что Розалия не упала. Мне бы ее сделали. Ну, может быть, все-таки будет где-нибудь... Розария поблизости. Так, ну по идее мы вот сейчас уже начинаем вот идти по софт-гаранту. Найс. И... Цицы? Или не цицы? Они уроды. Окей. Просто сразу взяли нам и выдали рыбу. Ну, окей. Я, пожалуй, не остановлюсь на этом. Все-таки... Видео. Хотя сомневаюсь, но хотя бы половину до гаранта достучишь. Ну это да, тем более Розария еще нужна. Кто знает, может быть где-то еще Розария тут поприлетает. Вот эта вот штука мне уже надоела. Ну в этом, кстати, проблема оружия. То, что ты, в принципе, персонаж, когда ты фулову выбиваешь, что у тебя как бы все, там рефант идет, и спокойненько там по 5 получаешь. А пушки-то... Пятой пробуды уже есть, и как бы... и они там уже на шестую идут пробуду, и... Как-то насчет шары не знаю. Но у меня книжки, вроде, хорошие есть. Две. Это одна, это... А, что там у нас? Небесный атлас и... Песнь странника, это там... Ну... Для коллекционера я не думаю, то, что тебе нужна прям уж так сигнатурка, тем более ты же не хочешь там прям... Бедную Какоми раскрывать со всех сторон. Да вроде бы она ее совсем раскрывала. Тоже верно. И вот эти два стандартных звездных оружия больше подойдет, чем... Вполне. Так, ну хотя бы одну Розарию. Вот, окей. Одну дали все-таки. Хотя бы одну. Три или четыре, не помню. Две. Окей, ну хотя бы две Розарии дали. Эх, все, сейчас гляну. Сейчас Розарию. Так. Как нельзя помещение выключить? Что? Меня иногда напрягает, потому что постоянно горит помещение.
что надо повысить созвездие. А, нет, у меня мало было. Ну ладно. Два. Ну, хотя бы два тоже уже неплохо. Будет еще стимул когда-то ее в каком-то баннере покрутить дополнительно. Ну что ж, Мапо, поздравляю тебя с рыбкой. Вот достаточно. Быстро, как ты и сказал. Спали, да, определенно быстро. Ну, будет плюс одна прекрасная девочка в коллекцию. Красивая рыбка. Ну, тут еще и почти полностью прокачать можно при желании. Ну что ж, спасибо большое, что заглянул. Было очень приятно с тобой вновь увидеться. Ребята, вам спасибо, то, что досмотрели видео до конца. Очень мы определенно быстро с Маплом отхрили. Не заняли у вас очень-очень много времени. А на сегодня это все. Большое вам спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.